Всем привет, всем добрый вечер. Не знаю, как у нас сегодня такое лирическое, дождевое настроение, спокойное. Отлично! Джаз-клуб Козлова. Меняется голос от слова к слову.
сын у вас совсем усугубил. Пободрюсь немножко. Thank you.
до телефона разговариваешь? Thank you.
располагает к чуткости, к хорошим эмоциям. На самом деле очень радостно, что пришел народ, несмотря на дождь на воскресенье. Вот вы с нами. Мы продолжаем, наверное, дальше. Thank you.
человек. Аркаша Николаевский немножко еще на это будет. Вообще как-то даже решило, что-то мне кажется, вообще в зале очень много баса нет, но нормально все, все хорошо. Не гудит. Мне кажется, баса никогда много не бывает. Да неужели я должен, да, парни уже это начали пиздовать. Четко, ясно, понятно. Давно мы как-то этот номер не играли, если что-то вспомнить. Четко, ясно. Атлантида, да? Это была Атлантида, вот да. Сейчас номер был Атлантида, да. А сейчас будет шахматы, которые мы давно не играли, мы решили. Thank you.
Серёжа, куда мы начали? Все давно не играли. Что-то потом путали все. Ну, что там, тоже будет. Есть желание что-то поговорить, а сказать нечего. Ну и что ты скажешь? Вот мы едем в тур, первый тур в нашей жизни, сыграли уже три концерта. Вот это четвертый. Предстоит. Ну имеется в виду, да, такое, что там две недели едешь, каждый день концерт. То есть всегда так выйдешь, что 2-3 концерта спокойно. Тут прям на автобусе. Автобус, водители, едем, турменеджеры какие-то знакомые. Хорошие. Своя однушка на колесах. Вот ты мне едешь, играешь концерт. Очень своеобразненько, конечно. Но один раз в жизни как минимум стоит такое испытать музыкантам. Здесь, ну, джазы вроде клопы как-то вроде жестить особо не хочется, но видимо все-таки придется как-то. Слишком тихо там сидите как-то так. Смотрите, молчите, всякую фигню. Ну, воскресенье у них день города вчера был, да? Поздравляем вас с вашим, с вашим праздником. С вашим. Наверное, были всякие развлечения и концерты. Дорогостоящие развлечения. Звезды эстрады, бюджетные растраты. Салюты. У нас как композиция Нео, если я не ошибаюсь, да? То есть помечтаем, что когда-нибудь у нас тоже такие дни города будут. Thank you.
Поехав в тур, вот в этот, мы как бы понимаем, конечно, что это, как нам сказать, не Мадонна и там не это. Поэтому прихватили с собой всяких штучек, дрючек, брелочки какие-то с нашим там логотипом, ремешки, там что-то еще есть, футболочки какие-то, пластиночки. Если кто-то приобретет, он будет понимать, что это пошло на пользу. Это пошло на бензин. Пошло на бензин, на кормление водителей. И прочие. Очень прожорливые ребята, но зато выручают нас автобусом. Но очень клевые. Хорошие, да, мужички. Спасибо им большое за то, что они вписались в эту авантюру вместе с нами.
Ну, ты, я не знаю, Петров, как представиться, они сегодня... вообще... Да, 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 да. Петров вообще даже сегодня там заготовил такой завтрак потрясающий. Да, с ними не попадешь, в общем. То есть мы не прогадали. Так что Петру и Руславу... На бензин. Спасибо. На бензин. Следующую композицию даже, наверное, и не будем представлять. Даже играть. Thank you.
Уважаемые советы, извини, пожалуйста, приветствую с самыми наилучшими пожеланиями. С просьбой хочу обратиться к небольшой, чисто по-человечески, в участок для проведения культурного мероприятия в коллективе с участием дам. В общей сложности не хватает всего 37 рублей. Не такие деньги, чтобы я мог разбогатеть, но в данный момент они необходимы для всего веселого и другого коллектива. Спасай положение. Ну,
Только хотел спросить, никто никуда не спешит, увидел, как трое человек уходят. Счастливой дороги. Ну, мы тогда продолжаем. Thank you.
Ну так, поспокойнее будем сегодня, как-то без фанатизма, да? Настроение такое. Джаз-клуб Алексея Козлова. Спасибо этому прекрасному заведению за то, что дали нам возможность здесь сыграть. Спасибо, что покормили нас по приезду, мы были голодные. Вообще всем спасибо, мы закончили. Вообще-то здесь и рок играется, и вообще разные. Алексей, на самом деле у меня нету в мониторах, ты есть в мониторах, а там вы меня слышите хорошо? Все. Поэтому если не надо передать. Пацаны говорят, типа, все. Рок. Рок. На самом деле, мы... Алексей, специально для тебя говорю, четко. Слышно тебя, хорошо? Вот. На самом деле, мы записываем сейчас долго, в муках, по-карельски. Записываем альбом новый. Уж год. Нас... Да, уже год. На самом деле, нас понесло в сторону эксперимента с вокалом. Понятно, что мы здесь вокальных колледжей не заканчивали, но так, интересно. Сергей понесет в сторону вокала. Да, да, интересно, но вот поэкспериментировать было. Я, конечно, не вокалист, хоть и ношу такую фамилию. Вот. Но ребята, они пробуют, ищут интересные находки есть. И на самом деле, у нас есть заготовки, уже все близится к развязке, я думаю, скоро мы все-таки осилим этот тяжелый для нас альбом. Нас люди помогли нам на краудфандинге, это было очень приятно. Мы собрали ту сумму, которую мы хотели, но она оказалась небольшой, поэтому о мастеринге за рубежом никакого речи не может быть. Вот. Но на самом деле, если ребята вот соизволят и захотят, мы что-то попробуем поиграть из вокальных вещиц. Ну, вообще у нас настрой был такой инструментальный сегодня, то есть мы не планировали так всю варежку открывать. Но так как половина людей в зале, даже большая половина наши друзья, хочется что-то, наверное, там маленькое. Thank you.
штана. Читать книги. Что книги? Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста и сразу запел вдохновенный простак. Пожалуйста. А на самом деле, прежде чем начнет петься, долго ходит, размазолит отношения, и тупо понадобится в тени сердца. Глупое горло воображение, пока вы кипячивают ритмы. Запустилось сознание, запустилось от цифр.
Сейчас мы сыграем на эту крайнюю композицию на сегодня. Еще раз напомню про лавочку, которая там чудесным образом распахнулась у входа. Посмотрите, мало ли кому чего приглянется. Ну и не забывайте про соцсети, в которых мы есть. Заглядывайте, пишите, слушайте, смотрите, репостите. Зачем молить Бога о помощи кому-либо, если Он и без нас знает, кому что нужно и кому что нет? Ведь мы только подумали, а Он уже знает, о чем попросить. Ну, мне еще Селёжка говорит, потому что Писание написано прежде, чем мы подумали. Сейчас мы не уже Господь. Поэтому не зачем и не надо. Живи и терпи, и ничего ни о чем не проси. А как ты говоришь? Простите. Но речь идет о другом. Речь идет о спасении и о благодарительном. Потому что неужели нищий дух, только тот, кто щедр, ищет и духовный, он тогда как нищий просит. Вот. Это самое. А все остальное поменьше.
просто ничего не надо. Спасибо огромное всем.